Канал Нимихо продолжает играть в Iron Fall Invasion на Nintendo 3DS. В игру вы можете скачать бесплатно демо-версию. Если хотите получить большие карты, то здесь больше карт, нужно будет заплатить деньги. В общем, как всегда, халявы нету. Отлично, продолжаем дальше идти. Видимо, зачищенный этаж. Это вот такие коробочки с припасами. Доберем. Я не знал о них раньше. Поэтому думал, мне сейчас закончится. Но не закончилось. Так, смотрим дверцы. Никто не хочет входить. Так, отлично, я спалился. Осторожнее, Джим, терраса наполнена эллинсами. Окей. Ставь заботы мне, я с дробовиком. У меня бесконечное здоровье, если главное прятаться вовремя. Так, еще какая-то пушка. Ого! То, что мне нужно. Посмотрим. О. Бежим, бежим, бежим. Так, теперь надо понять, как выйти отсюда. Так, патроны взял. А, у меня нет патрон. Окей. А, для гранат нет патрон. Да? Нет, есть. Так, все, я все патроны забрал. Вот так. Сдохни ты уже. Патроны, значит, не бесконечны здесь. Теперь надо понять, как отсюда выбраться.
Так. Это есть контакт. Ну и чё, и... Окей. Мне нужно какое-то время отбивать, что ли? Так, лучше возьмем вот эту штучку. Так, что-то страшное. Что это за звуки? Окей. Окей. Кое-как пережил. И... Так, это и есть контакт. Человек на прицеле. Так, мне нужно подлечиться полностью, а то вообще беда какая-то. О, беда, беда, беда. Хорош. Точное попадание. Да ладно. О, спасибо, что играли в демо-версии компании Ironfall. Хотите играть дальше? Заплатите бабло. Ну, в принципе, на самом деле, терпимое управление. Как шутер. Нет, честно говоря, никто не знаю, кто играет на Nintendo 3DS шутеры. Возможно, есть кто играет. То есть, наверное, если бы здесь был специальный, ну, там, дополнительный девайс, который помогает лучше все это делать, да, управлять, то проще было бы, потому что у меня пальцы просто устают сжать и кнопки, и больше, чем всякие VSD-шки. Вполне терпимая игра, ну, конечно, легкая пока что, может быть, там будет посложнее, больше пушек, больше нужно приноравливаться. Вполне неплохо. В принципе, оценка где-нибудь пятерочку есть из 10 баллов, точно, может быть, 6 даже. Я не знаю, на самом деле, особо не с чем сравнивать. Если сравнивать Monster Hunter, ну, и мои руки кривые, это попроще будет так. Ладно, с вами был Хвостик на канале Немихо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы будем больше играть в всякие бесплатные игры, да, которые будут входить. Ну и, может быть, какие-то платные, если действительно они будут стоящие. Вот.
Всем пока, точнее, до новых встреч.